увеличить пропускную способность эстакады, которая сегодня четырехполосная, и периодически возникают заторы, когда общественный транспорт въезжает на эту эстакаду со стороны Довженко или со стороны Гетьмана. В связи с этим было предложено организовать левоповоротное движение на Победы в сторону центра города, тем самым разгрузив следующую развязку. Кроме того, существует утрудненный правый поворот, который сейчас здесь под эстакадой поворачивает вместе с левоповоротным транспортом направо, потом налево и выезжает на Гетьмана. В связи с тем, что появляется возможность строительства этого левоповоротного движения, появилась возможность построить и нормальный правоповоротный съезд. Для того, чтобы организовать эти два съезда, необходимо снести так называемый пятый цех завода «Большевик». Пятый цех завода «Большевик» — это было сталолитейное производство, и на момент 2007 года оно еще функционировало, и поэтому фонд госимущества, хозяин этого объекта, предложил перепрофилировать чугунолитейное производство в сталилитейное, перенести производство, и больше вопросов по этому цеху не было. За это время, уже прошло, слава богу, 10 лет, изменились экологические законы, и по законам Украины по экологии сталилитейное производство в центральной части города быть не может. Поэтому и перепрофилирование цеха не нужно. Осталось только фактически его снос, как уже аварийное здание. В связи с тем, что мы расширили эстакаду до 6 полос, организовали правоповоротное, левоповоротное движение. И в связи с тем, что есть компенсация за сносимое здание, поэтому ее цена вместе с компенсацией порядка 400 миллионов гривен. Первый этап – это ремонт с расширением существующего путепровода. И после решения вопроса второй этап – это после сноса здания строительство двух съездов лево и правоповоротно. Общее строительство, полное строительство, если все идет параллельно, это 12 месяцев. Если только этот этап, ну, соответственно, месяца на 3-4 короче. Это получается до года. Мы не трогаем станцию метро, не изменяем работу общественного транспорта, уже сложившуюся здесь. Мы только занимаемся эстакадой и организацией двухсторонней. Все остальные варианты предлагают либо строительство дополнительных эстакад, что, в общем-то, не красит центральную часть города. В связи с тем, что эти эстакады, они сносят еще и вот это здание. Некоторые варианты залазят на веншахту метрополитена. Некоторые варианты цепляют промежуточный эскалаторный ход в связи с тем, что заглубляются здесь. Но все варианты шире, чем 6 полос и 2 полосы движения, цепляют, кроме этого, еще это жилое здание, этот офисный центр, недавно построенный, и приближаются, если здесь что-то строить по проспекту Науки, там тоннель или эстакаду, приближаемся максимально к лестнице входа в станции метро, что противоречит строительным нормам, потому что здесь должна быть зона накопления, это объект повышенной опасности, и приближаться к нему, в общем-то, запрещено строительными нормами. Тем, что эта развязка фактически повторяет то, что есть сейчас, только добавляет, перекладка инженерных коммуникаций минимальная, практически не трогаем, за исключением тех, которые попадают под расширение эстакады. Все остальные варианты цепляют инженерные сети по проспекту Победы, ну и так далее, и другие инженерные сети. Нами предусмотрено максимально сохранить движение без закрытия. То есть мы, используя правоповоротные съезды, запускаем здесь организацию светофорного объекта и организацию светофорного объекта на улице Гарматной для того, чтобы пропускать встречное движение. То есть по малой окружной дороге движение будет сохранено. И по проспекту Победы, соответственно, то же самое.